В воинской части 55-14 Национальной гвардии Республики Казахстан была завершена итоговая проверка подготовки военнослужащих. Данное тестирование для солдат проходит дважды в год, во время которого они демонстрируют навыки, полученные в ходе военного обучения. Подробнее об успехах молодых военнослужащих расскажет наш корреспондент. Целью проверки является определение состояния боеготовности национальных войск, уровня подготовки и профессионального мастерства военнослужащих. Членами комиссии был проведен внимательный осмотр средств радиохимической, бактериологической защиты и связи. Также солдатами были продемонстрированы быстрота реакции и готовность к выполнению любых задач. По итогам итоговой проверки дается оценка готовности личного состава к выполнению возложенных задач на воинскую часть. После этого солдаты, которые прошли установленную службу в декабре месяце, будут увольняться в запас. Мы надеемся, что те навыки, умения, которые они получили в ходе службы своей, пригодятся им на гражданке и будут достойными защитниками в дальнейшем нашей Родины. 10 января 1992 года внутренние войска МВД первыми среди вооруженных сил Республики Казахстан встали на защиту общественной безопасности и внутреннего порядка страны, тогда как в городе Талдыкурган военный отдел Национальной гвардии был открыт в 2003 году. Стоит отметить, что в областном центре выполняют свой долг перед Родиной около 500 солдат. Мы приехали из Алматы, чтобы провести проверку всех воинских частей Южного региона. Тестирование сдали солдаты из Туркестанской области, Кызылординской, а также города Тараз. На данный момент мы проводим проверку в городе Талдыкурган, в воинской части 55-14. В ходе тестирования солдаты продемонстрировали хорошие результаты по стрельбе из огнестрельного оружия и уровень физической подготовленности. В ходе контрольной проверки военнослужащие сдали зачеты по боевой выучке, тактической, физической, стрелковой и государственно-правовой подготовке, военной топографии и другим основным предметам. Через 2 месяца я вернусь домой. За год в армии я получил богатый опыт, пройдя строевую и огневую подготовку, а также участвую в тактических занятиях. На строевой подготовке я улучшил свои навыки дисциплины, тонкости и слаженность действий в команде. Огневая подготовка научила меня эффективно использовать оружие и проводить операции в различных условиях. Наша команда прилагает максимум усилий для успешного завершения итоговой проверки. В армии я не только выполнил свой гражданский долг, но и получил ценный опыт, который будет полезен мне в будущем. Задачей бойцов Национальной гвардии является обеспечение общественного порядка государственных объектов, охрана исправительных учреждений. Они также выполняют такие важные задачи, как предотвращение вооруженных конфликтов. Хандузур Мухамбетова, Карина Закреева, Мади Байбосынов, телеканал Жетсу, Талдыкурган.